Телекомпания НТВ Плюс и Лига ТВ сердечно поздравляют вас, дорогих любителей футбола, с рестартом чемпионата России. 18-й тур российского первенства начался с матча в Грозном, где на стадионе имени Белимханова, а не на Ахмат-арене, где проблемы с газоном, встречались Терек и ЦСКА. Любопытный матч получился, любопытная пара у ЦСКА. Состав был примерно таким же, как и на неделе в матче против Крыльев Советов в Кубковом. ЦСКА там выиграл и, в принципе, был в гораздо более таком привычном тонусе игровом, в отличие от Терека, который в первом тайме играл несколько робко, много допускал ошибок, об этом говорили сами футболисты, да и тренер тоже. И в целом весь первый тайм увяз в борьбе, в многочисленных стыках, моментов было мало. И казалось, уж чего-чего, а голов в этом тайме не будет. Но один все-таки состоялся. Вот, наверное, редкая возможность у грозненцев счета открыть. Иванов подачу делал. И Лебеденко пробил головой. Лебеденко не привыкать забивать ЦСКА в последнее время, в том числе и в Грозном. А вот что вытворяет оборона Терека, которая еще успеет свои мячи привести, но вот такие звоночки имелись уже здесь. Муса на острие атаки ЦСКА вновь в Сидю Думбия, как вы помните, отправился в Италию. Поэтому именно нигерийцу отведена роль наконечника атак, и он в этом матче блестяще справился с этой задачей, несмотря вот на этот нереализованный момент. Здесь Гадзю успел прикрыть домик. Инициатива все-таки была за армейцами, которые очень быстро пытались переводить мяч в зону атаки, минуя среднюю линию, хотя там собраны очень высокого качества футболисты и исполнители. Натха бьет издали. Натха как раз-таки стал автором единственного забитого гола в ворота Крыльев Советов, так что с ударом у него, конечно, полный порядок. И вот концовка тайма. Казалось бы, ничего уже не произойдет. Истекает вторая добавленная минута. Акинфеев выбивает. Загоев делает скидку. Комаровский вроде бы контролирует ситуацию. Но Муса из-под этого контроля вырвался и проткнул мяч в ворота. Восьмой гол Ахмеда Мусы, нигерийского форварда ЦСКА, в этом сезоне. И здесь, конечно, грубейшая ошибка обороны. Да, не вышел Гадзюр, но в первую очередь слабо отыграл в этом эпизоде Комаровский, который, что называется, исполнил ватный корпус стеклянный. Муса уж больно легко из-под него удар нанес. Ну и голевая передача Дзагоева, это тоже отметим. В принципе, здесь обязан был польский защитник мяч попросту выносить куда-то за пределы стадиона, желательно в направлении Москвы. Но Муса забивает 1-0. И вот с кошмарным настроением, конечно же, футболист Терека отправляются в раздевалку. Там, правда, состоялся, судя по всему, горячий разговор. И Терек, воодушевленным, вдохновленным, выбирается из раздевалки и начинает ЦСКА поддавливать. Хороший прессинг по всем линиям, совершенно другая агрессия в атаке. И президент Терека будто бы знал, что все будет хорошо в дальнейшем. Хотя в итоге не все. Акинфеев ловит мяч. Вот такое давление оказывает Терек. И пошла комбинация. Лебеденко рвется на двоих, на троих. Вырывается Маурисио, ему возвращает. И Лебеденко делает счет 1-1. Великолепный мяч. Роскошная стенка. И здесь мы отмечаем ошибку, которую допустили Игнашевич и Набабкин, которые не поддержали двух других защитников. Не успели сделать искусственное положение вне игры для Лебеденко. Вот мы видим повтор. Все здесь было по правилам. В правильном положении находился Игорь. Выдержал он линию и забил гол. Искусно, элегантно, и пас Маурисио, конечно, ну просто бисквит. Сладость, да и только. Ножку подставляй, забивай как хочешь. Лебеденко отправил этот мяч в ворота ЦСКА, но что начало происходить дальше? ЦСКА инициативу отдал на эмоциях, на неком кураже, эйфории. Терек попер вперед и мог даже забить второй гол. Вот такие контратаки проходили в первом тайме до перерыва. Такого пространства Терек не получал. Аилтон рвется по флангу, режет угол и делает передачу на Лебеденко. Хотя мог бы, конечно, и поискуснее как-то, что пас отдать, что пробить. Рыбус из-за штрафной добивает, Акинфеев на месте. Но с этим отрезком давления в исполнении грозненской команды ЦСКА на правах опытнейшего чемпиона справляется и проводит свой разящий выпад. Передача на фланг Фернандесу. Кудряшов решил скинуть головой мяч вратарю, но Гадзю ошибается. Фернандес делает пас на Мусу. 2-1. 2-1. Ахмед Муса, пускай на время, но по ходу субботы вдруг стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Так, на секундочку, 9 мячей. И Фернандес, крайний защитник ЦСКА, здесь боролся до конца. Грубая ошибка, в первую очередь, Федора Кудряшова. Здесь уже не успевали ни Комаровский, ни Гадзюр. Но, как еще раз отмечу, здесь все исполнил бразильский защитник. Вот он в кадре. Искусно, элегантно и прямо на ножку. Мусе оставалось в ворота попасть. Бакела
вышедший на замену, пытался немного освежить атаку, и он это действительно сделал, и в целом добавил ей энергии. Но вот, наверное, единственный более-менее стоящий момент Терек уже после того, как команда пропустила второй гол. Сольный проход, удар, но всего лишь рикошет, и победа ЦСКА. Терек в третьем подряд домашнем матче проигрывает. Причем кому он проигрывал? Ладно, ЦСКА. А до этого ведь уступил Торпедо московскому. Ну, Краснодару тоже вроде бы как прощается. Но в любом случае, там, где команда должна была хоть какими-то очками разжиться, она в итоге терпит 3 поражения. Терек падает в турнирной таблице, а ЦСКА продолжает погоню за «Зенитом». Леонид Викторович, вот со стороны показалось, что игра была довольно равна. И можно ли сказать, что ЦСКА выиграл во многом благодаря ошибок Терека? Ну, так всегда бывает. Кто-то ошибается, кто-то реализовывает эти моменты. Я согласен, что игра была в целом равная. Просто мы больше реализовали свои возможности и воспользовались ошибками. Но я не припомню матчей, чтобы Терек дома кому-то по игре проигрывал. Поэтому мы понимали, что будет именно такой очень тяжелый, напряженный поединок. А вот по полю какие-то корректировки перед игрой, вот именно из-за того, что матч пройдет на искусственном газоне, были внесены? Ну, мы и прошлый матч с крыльями играли на искусственном газоне, и сейчас на базе первую неделю работали на искусственном газоне. Понятно, что искусственный газон искусственному рознь, да, ну, что сделать, если такие, как бы, такая ситуация и так сложилось. В любом случае, в Грозном всегда очень приятно играть, потому что очень доброжелательная поддержка болельщиков, поэтому будь это основная арена или стадион имени Билимханова, без разницы. Рашид Малатхович, пожалуйста, ваш комментарий. Поражение считаете незаслуженным? Ну, знаете, сложно говорить. Два разных тайма было. В первом тайме мы допускали очень большое количество брака. Понятно, присутствовало волнение в игре. Мы никак не могли наладить контроль мяча. Но гол мы пропустили очень глупый. Это наша ошибка в таких ситуациях. Просто, ну, нельзя так ошибаться. Когда идет добавленное время, нужно сыграть надежно. Нужно было просто выносить мяч, и ничего бы не было. Мы бы закончили первый тайм в ничью. Второй тайм был совершенно другой. Играли мы по-другому. Счет сравняли. Мы могли выйти вперед, забить второй мяч. Но, к сожалению, мы допустили опять еще одну такую же ошибку. И, наверное, единственный подход во втором тайме, такой опасный, он закончился тем, что мы пропустили второй мяч. Две грубые ошибки стоили нам очков. Ну что, первый матч, понятно, еще нет того тонуса, нет той мобильности, это официальный матч. Неприятное поражение, проиграли одному из фаворитов, но еще раз, мы могли и взять очки. В принципе, мы пропустили голы еще раз, и тот, и первый, и второй, сделав свои грубые ошибки. Восемнадцатый тур «Сагаз» чемпионата России по футболу продолжился матчем в Санкт-Петербурге, где действующий лидер чемпионата «Зенит» встречался с «Уралом». «Урал» не так, чтобы перетряхнул свой состав во время перерыва, хотя новые лица появились. Например, прекрасно знакомый по выступлениям за Краснодар защитник Марков. Он занял место на левом краю обороны. Новиков и Белозеров в центре обороны. Оттисон команду покинул. Ну и, например, середина поля с Емельяновым и Подберезкиным. Вот такова была основа «Урала», любопытная. Ну а у «Зенита» в стартовом составе не было Халка, потому что он накануне немного приболел. Правда, он в самом конце игры все-таки появился, потому что надо потихонечку возвращать тонус к скорому матчу против «Торино» итальянского. Первые минуты игры, и вот такая фланговая атака получается у «Зенита». На флангах были активны крайние защитники, подключался Ишатов. Посмотрите, какой момент имеет Рандон. Замечательный шанс, но Рандон, в принципе, нападающий пластичный, забивал и ударами через себя, и в падении, как только не забивал. Здесь он, конечно, сплоховал, но не расстраивался, работал, пахал дальше и получил еще кучу моментов. В целом, «Зенит» с хорошим настроением действовал, но не так, чтобы «Урал» исключительно уповал на крепость своей обороны. «Урал» пытался контратаковать, «Урал» демонстрировал скорость, в частности, ближе к концу первого тайма. И, наверное, даже, надо сказать, не совсем заслуженно именно в концовке он пропустил, потому что казалось, что уже дело катится к ничейному результату в перерыве. Но хотя по первому тайму было ощущение, что «Зенит» ситуацию контролирует. «Зенит» ждал своего момента. Моменты эти возникали. У «Зенита» в стартовом составе оказался, кстати, Рязанцев, но это связано с отсутствием Халка в основе. Ну а Шатов
все-таки не является забивным футболистом. Лишний раз он это продемонстрировал. Великолепный шанс у него был, и мог он сыграть технично. Мы знаем, что он это умеет. И вот что происходит уже на 45-й последней минуте первого тайма. Классная широкая атака. Смоликов подает. Рандон. 1-0. Соломон Рандон, которому, конечно, особое внимание. Он посадил на скамейку запасных, ну, вроде бы по игровым всем характеристикам, самого Киржакова. А Дзюба еще в Питер не прибыл. Поэтому, конечно, Рандон должен своими шансами пользоваться буквально каждым. Ну, каждым не получилось. 5 моментов мы в целом у него насчитали по ходу этого матча. 3 из них, забегая вперед, скажу, Венесуэлец реализовал. Ерохин бился, сражался, цеплялся за мячи. Вот такой шанс был в начале второго тайма у Урала. Но мяч просвистел мимо и Смолова, и Подберезкина. Здесь Вицель команду выручил. По объему моментов, по количеству подходов к штрафной, к воротам соперника у «Зенита» был полный порядок. Вот такие атаки в том числе проходили. Здесь, конечно, большущие проблемы с обороной «Урала». Мы это видим. Команда в обороне не сыграна. Новые лица. Потерян Отисон тот же. Странно, почему его отдали в Китай. Ну и Рандон еще одним своим супершансом не пользуется, но в остальном он, конечно, был прекрасен в остальных эпизодах. Подача со штрафного от Дании, удар от Кришна. Повторюсь, очень активно мобильны были крайние защитники «Зенита», и это воодушевляло, опять же, в преддверии игры против «Торино». В целом, «Зенит» показал отменный тонус. Посмотрите, как борется Рандон за каждый из мячей, как он в этом эпизоде переиграл Белозерова. Бабах! 2-0. Очень здорово отклеился, отцепился от защитника Соломон Рандон. Выдержал одну линию с ним, не попал в офсайд и с острого угла великолепно пробил. Сложно здесь претензии какие-то предъявлять Белозерову, потому что удар был могучий. И под самую штангу Соломон Рандон оформляет дубль и сравнивается с Ахмедом Мусой. Но у Рандона были еще минуты. Дани разгоняет атаку от фланга. Рязанцев пытается сначала со второй какой-то попытки проткнуть мяч на Рандона. Но все-таки Рязанцев стал автором голевой передачи, а Рандон автором хэт-трика. Но вот так, если припомнить, он последний раз отгружал так много мячей, по-моему, в ворота Торпеды и Ростова. Да, Рандона называют королем, ну, скажем так, команд середнячков или аутсайдеров, но поди тоже ведь забей в таких ситуациях. Да и голы, в конце концов, не пахнут. На список бомбардиров мы смотрим, а Рандон там уже лидирует. 10 голов. Халк, который лидировал до рестарта чемпионата России в списке бомбардиров, выходит в концовке игры для того, чтобы, видите, все-таки какие-то глаза красненькие, нос сизый, немножко приболел наш старик Халк. Но в целом, я думаю, он будет в полной боевой готовности к матчу против «Быков» туринских. В общем и в целом, абсолютно по делу «Зенит» выигрывает со счетом 3-0. Крупно, уверенно и даже красиво. Александр Тарханов по итогам матча с петербургским «Зенитом». Перед началом этой игры, давая интервью, вы сказали, что главное, что нужно вашей команде для того, чтобы на равных играть с «Зенитом», получить положительный результат, это плотность в игре. Не удалось ее сделать в решающий момент? В первом тайме удавалось, вот, но пропустив гол, надо было все-таки атаковать тоже. Потом здесь произошло расслоение, конечно, и, естественно, этим воспользовался «Зенит». Вот. Хотя, в целом, естественно, здесь... Однажды можно сказать, что по всем компонентам футбола не сильнее нас. А теперь Андре Вилаш-Бош, главный тренер «Зенита». Прежде всего, с победой. И 3-0, победа вроде бы по счету уверенная. Насколько, на взгляд, она уверенной получилась и по игре? 3-0. Это, конечно, фантастическая, очень хорошая игра для нас. Мы сегодня контролировали ее, доминировали, были терпеливы, поскольку нужно было взломать оборону соперника, но нам все удалось. Мы контролировали ход матча, и, может быть, ее можно поставить в один ряд с матчем с ПСВ. Эту победу немного другая, но тоже в этом ряду она стоит.